Кирилуса. Сегодня я провел ночь интересной шикарной вечеринки в Гвенделе. Гвендел — это вторая столица армян. Поэтому сегодня у нас было, наши спонсоры были Ламборджини. И очень красивые девушки, очень много вкусной, красивой обстановкой, еды, алкоголя и много-много-много всего. Я вам сейчас покажу о том, что я вам снял на видео, на фото. Уже объяснить, рассказать так этого не могу, поэтому смотрите, что у нас будет там.